Число погибших в железнодорожной аварии в Конго достигло 63 человек. По информации спасателей, под обломками могут быть погребены еще десятки людей. Многие пострадавшие находятся в больнице в критическом состоянии. Напомню, два дня назад в провинции Катанга сошел с рельсов товарный поезд. Перевернулись 12 вагонов. 10 из них на 3 метра откинуло от платформы. По предварительным данным, состав двигался со скоростью 60 км в час вместо положенных 40. Превышение скорости, возможно, было связано с неполадками в двигателе.